Уверен, что если мне получится, я и сейчас и снова туда поеду, потому что я вижу, что уже все чаще и чаще удары турецкой авиации, турецких вооруженных сил и азербайджанских вооруженных сил осуществляются уже по территории Армении. Мне ничего не надо. Я еду в Армению не потому, что у меня есть какая-то заинтересованность. Я, к сожалению, вижу с печалью моих коллег, которые сейчас, закрыв глаза, сняв крестик со своей шеи и спрятав его между купюр с долларами и турецкими лирами, отчаянно топят в поддержку Эрдогана и отчаянно отстаивают позицию геноцида армянского народа как благо для этого региона. Мне стыдно за таких людей, стыдно. Видит Бог, что большинство жителей в России хотят мира для региона. Мы не хотим войны. Мы не чувствуем какого-то агрессивного отношения к азербайджанцам. Но граждане Азербайджана, которые стали гражданами России, которые присылают мне миллион, кроме угроз, еще и менторских видео, я хочу вам напомнить о том, что президент нашей страны, руководство нашей страны выступает за мир в регионе. Никто ни разу из наших официальных лиц, за исключением продавшихся вам шкур дешевых проституток, никто из официальных лиц никогда не выступал за силовое решение этого конфликта. Поэтому, когда вы требуете, чтобы мы не сували свой нос туда, чтобы мы убирались к чертям собачьим, вы понимаете, что вы не хотите, чтобы ваше зло, чтобы ваше преступление стали достоянием мировой общественности. Если вам не стыдно, тогда не стесняйтесь ничего. Вам стыдно, поэтому вы требуете.